Всем большой привет! Хотел поделиться с вами своими упражнениями для поддержания здоровья коленных и тазобедренных суставов и несколько упражнений для применения в прикладном виде для аутоиммобилизации, допустим, спинного отдела или грудного отдела позвоночника. В идеале вы должны приседать вот до такого положения. То есть это глубокий присед, в котором можно немножечко еще раздвигать колени. И в глубоком приседе вы должны свободно опускаться на одно и другое колено. То есть вот такое вот упражнение вы должны без помощи рук свободно выполнять. Как к нему подойти? Сразу, конечно, не получится у всех. Для этого можно использовать какую-либо опору, любую. Это какая-то на уровне груди есть поддержка. Вы должны постепенно подойти вот до такого положения глубокого приседа, поддерживая и помогая себе руками. То есть вы должны постепенно садиться все глубже и глубже. И потом уже сможете проделать это и без опоры. Показываю одно упражнение, так называемое Мадсьен-Расану, которое можно потом применять для аутоиммобилизации позвоночника. В глубоком приседе, твердая поза называется, вы должны завести одну ногу за другую, вот так, с помощью второй руки, и выпрямить позвоночник. Затем, упираясь локтем, помогая себе, скручивая туловище, и второй рукой повернуть плечо и посмотреть назад максимально до щелчка. Тракционный щелчок будет означать, что вы убрали блок в позвоночнике, в грудном или в поясничном отделе. Вот такая уже прикладная польза от этой позы. Спасибо всем за внимание и уделяйте своему здоровью хотя бы 10-15 минут в день. До свидания.